Бесценный совет от уникальных специалистов. 23 апреля в Тольятти пациенты с онкологией смогут получить бесплатную консультацию врачебного консилиума Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России. Сегодня это учреждение считается первым в стране, где представлены все существующие методы диагностики и лечения онкологических заболеваний, используемые в ядерной медицине. Персонал медицинского центра – высококвалифицированные практикующие врачи. В ходе приема они могут выписать направление на госпитализацию в центр. Прием тольяттинцев, страдающих онкологией, будет осуществляться по предварительной записи 23 апреля с 9:00 до 15:00 по адресу город Тольятти, Южное шоссе, дом 125. Записаться можно по телефону, который вы видите на своих экранах.